Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Тотем Паут, а мы продолжаем играть в Ark Survival Evolved. Да, произошло чудо. Короче, скажу так. Все это время я возил свой ноутбук на очистку. И, короче, сказали то, что мой жесткий диск, ну, скоро крякнется, но не то, что скоро крякнется, а типа слабоват стало, ему нужна помощь. Итого решили то, что лучше всего мне поставят SSD новый и еще добавят оперативной памяти. Ну, теперь у меня получается два диска и оперативная память до 16 гигабайт поднялась. Арк без фризов. Стабильная 30 FPS. При нормальном разрешении. Я знаю то, что да, вот, конечно, квадратики он сзади меня на карте Зая, но это не так столь важно, не правда ли? Важно то, что да, я готов снимать Арк Генезис, и мы его с вами попроходим, как только он выйдет. Обязательно будем выживать. А сейчас я предлагаю вам показать, как лучше всего стартовать на серверах Small Tribe, X5, да и без разницы какой X, как лучше всего стартовать в Арк на серверах. Ну и того, мы получается на карте Зайл, сейчас вот мы пойдем вот туда по записочкам. Ну и в принципе вам все это понравится. Короче, дорогие друзья, что я вам хочу сказать? Я вам хочу сказать, что это я учел ваши комментарии по Зайл, и короче мы, может быть, с Вовчиком попробуем поиграть за Ютарапторов. Так, а чуть не так далеко. А вот давай с дальность прорисовки на высокую. Вот, все идеально. Короче, мы попробуем с Вовчиком поиграть, так сказать, Зайл за Юток. Учтем комментарии обязательно. Ну, сейчас, на данный момент, мы играем с ним за спинозавров. Нам удалось начать играть за платную жирку. Кстати, вот объясните вот мне, пожалуйста, почему вот Дилка так медленно, такая медленная у нее анимация. Объясните мне, пожалуйста. Что-то странное, это вот косяк разрабу парка или что-то, что у меня существовало вот так перебегаемся. Просто раньше у меня такого не было. Объясните мне, пожалуйста, в чем тут прикол? Просто мне не сильно нравится такая анимация, конечно. Кстати, анимация на упрощенных персонажей, но у меня не стоит. У меня вот, смотри, настроечки, у меня типа нет тут никаких таких вот штучек. Если ты знаешь, в чем прикол, почему такая анимация, то обязательно мне напиши в комментарии. Обязательно. А на low memory я ничего не запускал. Ну, типа, даже... Не, ну, кстати, черепаха нормально мне будет, ладно. Но суть в том, то, что мне вот не нравится такое. Это, наверное, или разрабы, или еще что-то в этом духе. Так, вот смотри, мы сейчас будем с тобой переплывать остров вот отсюда. Мы по карте находимся с тобой вот здесь. Вот здесь мы находимся. Сейчас мы будем с тобой переплывать. Как давно я не играл в Арк, ужас. Короче, сейчас вот тут мы плывем, главное, чтобы нас тут никакие хищные рыбы не сожрали. Блин, мне, конечно, не нравится. Вот обязательно напишите, что это такое стало с Арком. А то, что такая анимация. Но на low memory я ничего не запускал. Ну, для меня странно, первый раз вижу, чтоб была такая анимация передвижения существ. Типа вот я вышел, не знаю, что не так,
типа все нормально с этим должно быть. Очень странно. Давай это объем буфера не сыпка, но суть поставим, а то говорят, не советуют на эпик для процев седьмых. Так, у нас что-то еды мало стало. Давай-ка с тобой. Вот тут что-то вот в лесу вот конкретный FPS падает. Вот конкретный, прям видно. Давай вот с тобой ягод наберем. Пожалуй, наберем ягод. Так, отлично. Кушаем ягодки. Сейчас наедимся и все будет супер. Кстати, вот есть еще вот такая у меня помощница, которая не хочет никак связываться, что там. Короче, вот она показывает всякие эмоции тоже. Сейчас вот смотри. Ну, спасибо. Короче, как-то так. Побегаем с ней, короче. Думаю, не будет она мешать сильно. Побежим с тобой сюда. Сейчас вот чисто по моей памяти. Вот почему? Вот посмотрите вот только как птер двигается. Почему у него какая-то заторможенная анимация была? С чем это вот связано? Я вот понятия не имею, с чем это связано, но вот видите, персонаж двигается нормально, а вся живка, которая вокруг находится, как-то странно передвигается. Если это косяк разрабов, то, пожалуйста, напишите. Так вот, смотрите. Первая наша заметочка. Сейчас сразу идем по заметочкам. Надо, кстати, посмотреть, там платформа есть. Сейчас, 7 минуточку, друзья. Надо нам с вами посмотреть, можем ли мы залезть сюда. Стартовал ли тут кто-нибудь? Столько фигни, муравей, трутень какой-то. Да, тут что-то никто не стартовал, но это нам легко, можно сказать, исправить. Короче, идем с вами открывать нашу первую заметочку. Сейчас ее откроем. Так, это наша первая заметка, и покапывается добыть, ну, немножечко дерева, ну, выпадет ли дерево лично. О, дерево выпало, отлично. Давай еще кустов соберем по-быстрому. Все это нам надо делать быстро, пока не пропала у нас накрутка уровня, так сказать. Так. Ем, ой-ой-ой, вот этот вот я зря съел. Вот этот я зря съел. Ужас. Случайно, пацаны. Прикольно, оно все выкидывается. Ну да ладно, так вот. Подбираем ягодки еще. Вот, кстати, смотрите, вот трой как близко подошел, у него стала нормальная анимация. С чем это связано, я не знаю. Так. Вот видите, нам дали 14 уровня. Мы можем, в принципе, сейчас скорость прокачаться по-быстрому. А теперь смотрите, навыки Зайл. Ой, Зайл, это Айла. Айландер, вот. Берем это, изучаем соломенный фундамент.
и делаем его. Делаем его по-быстренькому и идем за второй записочкой. Его главное правильно поставить. Сейчас нам надо еще вот немножечко вот тут вот поесть. Очень надеюсь, то, что тебе комфортно смотреть без призов. Если честно, я очень мучился с этими призами, прям ужас. Как же они меня бесили. Я даже в арк прекратил играть, можно сказать. Сейчас вот, как видишь, все у нас нормально и красиво. Но все-таки пить я хочу, да. Пить я хочу, и хпшка тратится. Это вот плохо. Никак и ничто не помогает. Так, смотрите, в чем прикол, надо по-быстрому поставить, да? Ставим фундамент, да, из фундамента сюда залетаем, как видите, залетели сюда с фундамента, теперь бежим сюда. Ай-яй-яй, так, аккуратно. Друзья, аккуратно надо. Что это так? Ну-ка, я уж просто, сорян, не помню. Короче, мы залетели сюда. Все верно. Вот мы залетели, мы идем. Такс. Тут спускаемся потихонечку. А, и вот, вот тут вот у нас заметочка вторая. Заметка с раптором. А теперь идем туда дальше. Идем вот, короче, туда. Тут можно мягко спуститься. Включим. Что-то не включается это у меня. Ну-ка, если я чит веду. Или не чит, как там говорят-то. Прикинь, забыл, как консоль открывается. Ну-ка. Ладно. А, на тап его. Гамма 4. Да, гамма 4 не работает. Гамма на сервере Arkhouse отключена. Помощник, так сказать. Так, сейчас вот входим вот в такой режим и смотрим внимательно. Вот тут вот под нами, а под нами, вот там вот где-то должна быть последняя за, ну это заметка, которая умножит наш опыт, и мы типа будем апаться еще круче. Вот она тут, все верно. Потихонечку спускаемся на картах, потому что можно перелететь и пропустить. Да, это вот эта вот особенная такая заметочка, можно сказать. Вот такая вот она у нас. Все, это мы сделали. Теперь прыгаем в воду. Главное тут это не разбиться ни на что. Так, это мы сделали. Теперь отплываем обратно. Сейчас прокачаем нам скорость, и можно, в принципе, бежать до оставшихся заметочек. Так, уже доплыли, получается. Отлично, доплыли. Так, смотрите, у нас 17 целых уровень, качаю это все дело в скорость. И это у нас получается уже 32 уровень у нас. Круто, да? Уже 32 уровень. И вот смотри, мы нормально так носимся. От всех подряд сейчас убегаем, никто нас не догонит.
столько вражеских существ наспавнилось, ужас. Короче, это мы пробежались. Я вот, кстати, еще не приручал существ. Интересно, такая же будет анимация, когда их приручишь или нет. Потому что что-то я пропустил обновление по арку. Я не знаю, что тут ввели у нас. Гамма на сервере отключена, поэтому если что, сорян. Мы сейчас, смотрите, мы сейчас с вами переплываем вон туда, где у нас... забыл как называется, но вот это вот, короче, так сказать, луч спустился, вроде лучами мы их называли, хотя не, ошибся, нам надо вот именно вот туда. Ошибся. Вот, кстати, хорошо то, что Книдари хорошо видно. То, что у них теперь подсветочка есть, это очень хорошо. Или она у них раньше была, не помню что-то. Наверное, она у них не такая яркая была. Смотреть сейчас главное это не помереть. Ой-ой-ой. Откуда они взялись там? Короче, сейчас наша задача это... Пипец. Ой, блин, откуда, знаешь, я обожаю игру Арк, просто обожаю, откуда там взялся Траадон. Фух, слава богу, все обошлось, прикинь, я, короче, успел выспаться прямо в воде, и пронесло, у нас остался множитель опыта. Прям везунчик, можно сказать. Так, теперь мы ходим с тобой тут, надо еще ягодок собрать. А то у нас, вот видишь, голодуха поднялась. Так, пособирали ягодок, едим их. Отлично, ягодок поели. Сейчас мы вот так вот это все дело оббегаем. Блин, главное, это на какую фигню не нарваться, вот реально. Это что такое? Зачем? А, это кто-то добывает камень. Понятно. Мы, кстати, сейчас можем спалиться, поэтому лучше я это сниму. Так, ладно, бежим сюда. Тут у нас, короче, есть еще одна заметочка. Где-то тут была. Я, правда, в темноте, алло. Вижу. В темноте ни праха не видно. Ну, заметочка, она вот. Или, а, это не заметка, это... А, он тут строит, господи. Я думаю, это заметка. Где же заметка? Чё-то не вижу ни праха, даже ужас. Может, факел сделать? Не, на факел надо кремень, у нас нету его. Ужас как темно, просто ужас. Как может быть так темно, объясните мне. Короче, ладно, я как найду, я вставлю. Не, я ошибся, гамма, оказывается, работает. Я просто зачем-то ставил палку по привычке, вот в чем прикол. Короче, сейчас вот тут вот с тобой походим. А, вот она, эта заметочка, мы ее нашли. Идеально. Нашли мы заметочку. Так, у нас получается еще вот теперь. Теперь нам, смотри, надо вот на ту сторону, вот за те камни. Сейчас мы вот тут должны аккуратно, максимально спрыгнуть. Максимально аккуратно. Давай, давай, давай. Опа, хорошо вообще. Прям по кайфу. Все прошло у нас успешно. Так, теперь бежим с тобой вот сюда. За эти вот камни. И тут у нас еще заметочка, воля. Короче,
в результате где-то 70 уровней должно быть. Сейчас вот смотри, давай еще скорость кач. Офигеть, нам дали целых 30 уровней. Скорость до 200 давай качнем. Уже 62 уровень, понимаешь? У нас уже с тобой 62 уровень. Короче, бежим сюда. Я вот и говорю, это самая быстрая прокачка варп, когда ты только начал. Не забывай заходить на карту за. Не забывай это. Тебе это пригодится. Так, я вот не помню, тут была какая-то у нас заметочка или не была. Все вот так вот побегаю. Поищу. Вроде нету. Интересно, вроде нету никаких заметочек. Короче, точно знаю то, что нам надо с тобой идти вот сюда. И тут мы с тобой сейчас еще одну заметочку найдем. Она вон там находится у нас вверху. Так, ну вот, собственно говоря, еще одна заметочка. Что-то их, кажется, поменяли. Или ровно добавили. Просто не помню таких. Ладушки, теперь бежим к обелиску. И сейчас на обелиске подбираем последнюю заметочку. Итого у нас должно быть... Около 70 уровень со старта. Около 70 уровень со старта. При том, то, что ты ничего не делал, а просто пробежался по заметкам. Она вот вроде где-то тут у нас была. Но это не точно, я что-то не помню. Да, она тут была. Она обязана тут быть. Вот сейчас вот подошел, видите, к Игуанодону. Нормальная анимация у него стала. А до этого типа брехня была. Так, что у нас тут есть, нету. Я просто забыл, с какой стороны, но вот тут вот где-то есть. Ой, нифига себе, резко записочка. По опыту моему не судите. Если что-то не нашел или пропустил, не обижайтесь. Мы сейчас, короче, вернемся с вами вот туда, в обраточку. На такой вот очень супер быстрой скорости. Потому что мне кажется то, что скорее всего тут, но я тут пропустил. Вот что мне кажется. Так, вот мы с тобой тут, да? Угу. Нет, прикинь, не вижу никаких заметок, может быть, что-то тут поменяли. Ну ладно, не суть, мы и того с тобой апаем. Еще 4 уровня. Получили 66 уровень. Уже неплохо, да? Ну ладно, скорее всего, там еще по дороге где-то была заметка, наверное, просто на пляже. Кстати, давай проверим, в чем мы. Не проверим, что ли? Сейчас вот ягод немножко поедим и сбегаем по-быстрому. Там какой-то альфач бегает. Это рискованно, конечно. Сейчас пока вот у нас замножитель не упал, сбегаем туда. И посмотрим, если у нас вот тут вот сейчас вот просто по-быстренькому сюда бежим. Если я тут пропустил, то сейчас точно будет 70 уровней. Потому что, по идее, раньше я когда стартовал, я прокачивал себе персонажа сразу, да, 70 уровень. Все было супер. Так, если я вот тут пропустил. Тут место я и имел в виду. Да?
Так, ну судя по всему не пропустил прохода. Сейчас еще вот сюда пройдемте. А нет, видишь, есть записка. Я ошибся. Получил еще одну записочку. С тобой, дорогой мой товарищ. Еще один уровень дали. Ну это я просто помножителю не успел. Ну а так типа это супер-мега хорошая прокачка. Ну что хочу тебе сказать. Я попытался тебе помочь хорошо стартовать в ARK. Поставь лайк под этим видео, если не жалко. Подпишись на канал, напиши комментарий. Буду очень благодарен тебе за это. Ну что ж, всем удачи и всем пока, друзья. Наконец-то я смог сделать для вас нормальный выпуск. Все ждем ARK Genesis, обязательно на нем буду выживать. Кстати, сервера ARK Skills, наверное. Но это не точно откроется. И я пойду на свои эти старые добрые сервера ARK Skills. Ну что ж, всем удачи и всем пока.